Уважаемые друзья, я Олег Верник, председатель всеукраинского независимого профсоюза «Хэсперати». Хочу поблагодарить искренне от всей души наших товарищей с многих стран мира, с Международной социалистической лиги за ту помощь, которую вы в эту тяжелую годину, да, в тяжелую минуту войны э, оказали Украинскому профсоюзу «Захэсперати» это помощь рабочих, рабочих, это помощь простых людей, простым людям. Эта помощь уже дошла до десятков, до десятков и десятков людей в Украине, и таких людей будет все больше и больше, члены нашего профсоюза искренне благодарны вам за это. Помощь уже получили и те профсоюзные организации, которые оказались в зоне оккупации, помощь получили те организации, где э, наши активисты на, на, находятся в зоне военных действий, воюют с оружием в руках, защищая, защищая нашу страну, помощь оказали те, э, те, помощь получили те первички, которые оказались глубоко в тылу, которые продолжают свою... Работу их находятся под репрессиями со стороны работодателей. Нам очень тяжело сейчас, но именно ваша пролетарская солидарность дает нам оптимизм и уверенность в нашей победе. Спасибо, товарищи, огромное. Да здравствует международная социалистическая лига. Да здравствует наша пролетарская взаимопомощь и солидарность. Спасибо вам огромное. Мы победим.